президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин! Дорогие друзья, добрый день! Мы встречаемся с вами в преддверии Дня защитника Отечества. В этом словосочетании, в этих словах есть что-то мощное, огромное, я бы сказал, мистическое и святое. Недаром одна из самых известных молитв начинается со слов «Отче наш». Отче, Отец. И в этом есть что-то очень близкое каждому человеку. Вы ведь, мать, речь идет о семье. Речь идет о чем-то огромном, мощном. И в то же время близком сердцу каждого человека. Это и Родина, это и семья. А по большому счету и Родина, это семья в нашем сердце, это одно и то же. И есть люди... Вот они здесь стоят, рядом со мной, слева, справа. Есть люди, которые принимают для себя решение защищать самое святое и самое дорогое, что у нас есть – семью и Родину. И сегодня в рамках специальной военной операции, вот мы здесь с вами собрались на, по сути, праздничное мероприятие, но я знаю, вот сейчас только слушал высшее военное руководство страны о том, что прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей. Его ведут такие же мужественные бойцы, которые здесь стоят сейчас, рядом с нами. Они сражаются героически, мужественно, храбро. Мы гордимся ими, гордимся. И в их честь трижды ура! 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 Они должны услышать наше приветствие. Сегодня их поддерживает вся страна. А это значит, что каждый, кто это делает, в известной степени тоже является защитником Отечества. Это и медработники, которые помогают нашим бойцам вставать на ноги. Это и врачи, и медсестры, и нянечки. Это, конечно же, и работники оборонных предприятий, транспортного сектора. Все, кто это делает, дорогие друзья, это и вы все вместе, которые пришли сегодня поддержать наших бойцов. Спасибо! Это даже дети, которые пишут свои письма в поддержку наших бойцов. Это очень важно. В этом смысле сегодня при защите наших интересов, при защите наших людей, при защите нашей культуры, языка, территории, все, весь наш народ является сегодня защитником Отечества. Низкий всем поклон. Поздравляю вас с наступающим праздником, Днем защитника Отечества! Звучит гимн Российской Федерации!
Когда мы вместе, нам нет равных. За единство российского народа. Ура! Россия!